В рамках проекта «Маленький пассажир, большая ответственность» госавтоинспекция продолжает проводить тематические акции, во время которых самым юным участникам дорожного движения рассказывают о правилах поведения на проезжей части. На этот раз мероприятие организовали для воспитанников детского сада номер один «Журавушка». Какой загорелся сигнал? Что это машины все поехали? Зеленый. Это для кого горит сигнал? Для машин. Правильно, для машин. То есть у нас здесь светофор работает и регулирует движение машинам, да, и пешеходам. После рассказа о работе светофора ребята вместе с сотрудниками ГИБДД и воспитателями переходили на другую сторону дороги, держа в руках знак «Осторожно, дети». Также участники акции напомнили водителям о правилах перевозки детей. Как известно, делать это можно только в специальном удерживающем кресле. Автомобилисты реагировали на это с пониманием и отмечали пользу проведения подобных акций. Я считаю, что заинтересованы должны быть все взрослые. Это же безопасность наших детей. Ну, не только я считаю, так должны считать все. Даже несмотря на то, что вам надо проехать, пусть 200 метров будет, но все равно это надо будет сделать. А уж если люди едут куда-то очень далеко, то это безопасность тут вообще должна быть на самом высоком уровне. Но, к сожалению, не все автолюбители, перевозящие детей, оказались такими ответственными. В процессе данного мероприятия акции «Маленький пассажир, большая ответственность» был выявлен один правонарушитель, перевозивший ребенка без детского удерживающего устройства. Ну и, соответственно, составлен административный материал. Системная воспитательная работа проводится в образовательных учреждениях муниципалитета уже давно. Ведь легче всего знания в младшем возрасте усваиваются именно в игровой форме. Мы считаем, что безопасность детей – это тоже очень главное направление в нашей работе, потому что именно дошкольное образование – это первая ступень образования детей. Мы прививаем знания, навыки, показываем своим примером, что нельзя так поступать, показываем, что надо ходить в яркой одежде со светоотражающими элементами. Совместные акции по пропаганде безопасности дорожного движения будут продолжены. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».